давай почитаем. Давай почитаем. Привет! У меня сегодня очень важное дело. Нужно заправить мой трактор дизельным топливом. Смотри, какие большие, красивые канистры. Синяя. В ней бензин. Это для легковых автомобилей. А в красной канистре... Точно! Дизельное топливо. Трактор! Трактор! Открывай бензобак. К заправке готов? Ой, а я еще не готова. Нужно присоединить к канистре специальный тонкий шланг. Иначе я пролью весь дизель. А так все будет аккуратненько. Готов? Готово? Поезжай за прицепом, привезешь мне фрукты и ягоды для моих гусеничек. Ползите сюда. Они такие милые, правда? Квак-квак, есть хотим? Квак-квак. Маша! Дверь гаража не открывается! Не открывается? Может быть, дернем за ручку? Все равно не могу открыть. Смотри! Что это? Что здесь написано? П-ри. При. 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 А должно быть прицеп, поэтому и дверь не открывается. Кто взял кубики с буквами? Готов взбивать? Разгоняюсь. Ву! Ой, слова, подвинься. Эх, сейчас все сломает. Йоу! Машинки, Машка, сби-би-би. Ой, хи, Машинка. Вот кто взял кубики. Машинки Мокас. Скажите, вам не попадался кубик с буквой С? Попадался. Можете отвезти его к гаражу моего трактора? Конечно. Гру! Гру! Завик. Гру едет. Загружаю. Грузовик, грузовик, бип-бип-боп, грузовик, грузовик, все возит в кузове своем, грузовик, грузовик, бип-бип-боп, грузовик, грузовик, что еще мы повезем? Доставлено! Разгружайте! С! Приц! Спасибо, Були! Давай почитаем. Прицеп. Ой, а П-то нету. Ой, и правда. Но мне кажется, я видела один кубик в бассейне с шариками. Маша поедет за буквой!
Он как подводная лодка. Так-так-так. Еще-еще. Нашел? Ой, не то. Еще-еще. Теперь точно. Прицеп. Дверь открывается! Прицепчик! Давай быстрее присоединим прицеп к трактору. Мои гусеницы ужасно проголодались. Трактор, привози побольше фруктов. А мы пока ждем. Давайте лопать пузыри с буквами. П. Р. А где буква И? С. Е. П. Прицеп. Груша, прыгай! Апельсин, я тебя видел! Прыгай! Тут яблоку упасть негде! Давай к нам! К нам! К нам! К нам! Жирафик-гусеница проголодалась! А в кузове три фрукта. Pear. Это груша. Orange. Это апельсин. А кто хочет яблоко? Apple. Как ты туда забралась? Держи яблочко. Какие мы молодцы! Накормили всех моих смешных гусениц, научили машинки читать и даже заправили трактор дизелем. Осталось убрать на место все мои игрушки. Увидимся в следующий раз в передаче «Давай почитаем».